ехали к дедушку. Все наши в лодке-то. Что, дура? Ага, то-то вот, эх вы, а мать. Здорово ли, мать? Где Алексей-то? О, школы-то отцовы. Лезайте в лодку. Здравствуйте, Карина Ивановна, здравствуйте. Как дядя Яков. С буяком собакою, мама. Дядя Михаил. А. Мастер Григорий. Вотца, вотца. А это братья твоего Саши и тетка Наталья. Цыганок под мастерье. Приехали, сестрица. Цит? Фармазон. Ласков отец с Варькой. Отдаст теперь приданое. Надька, вам яблочко-то покушайте. Сыновья-то как? Все делить не поделят. Эх, дети, дети. Все наше племя. Во, сколько. Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Да будет тебе, Яша, сердце надрывать. Ванюш! Плясал бы. Эх, прочь, грусть, тоска. Вань, остановись. Ой,
Погоди. Погоди. Акулина Ивановна, сделай милость. Пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеевичем Хазовым. Утешь. Да что ты, Свет? Что ты, сударь Григорий Иванович? Ты где ж мне плясать-то? Так людей смеши. Мама, спляши. Так пляши ты, мама. Акулина Ивановна, спляши, баба. Пляши, баба. А ну, смейтесь себе. На здоровье. Ну-ка, Яша, перетряхни-ка музыку-то. Праздника. Вот, учитесь, кто я был? Сирота, нищий матери сын, в лаптях пришел в Нижний. А вот, дошел до своего места. Старшиной цеховым был, начальник людям и в доме добытчик. А вы что? Эх вы! Ванька, работник ты, золотые руки дуть тебе горой. Выделит меня отец, иди в мою красильню. Никак, Яков Васильевич, пусть. Василий Васильевич, сказали, откройте еще красильню, с ними останусь. Ограбит меня отец. Вальке все. Молчать. А, Валька с тобой останется. А нас когда выделит? Давай нас выделит. Давай наши деньги. Скатерти покупай. Вальке приданы хочешь отдать? Да. А наши? А наша. Молчать! Никому не дам. Я добытчик. И все мое. А я что, не сын? Кому? Я что, не знаю? Полноте, Яша, Яша, молчи! Отдай, Димотец, все, легче тебе будет. Ну, чиз, потанчица! Я что, не ты? А я чужой, да? Кто такой? Кто такой? Сегодня дели. А ты все! А щенку ее! А мне? А мне? Чего тебе? А я не сын его. А кто чужой? Соржой! Кто чужой? Ух ты, вон! Нет, я. Что, чужой? Thank you.
ты, мать, гляди за ними. А то они Варварте Алексея изведут чего доброго. Полно, отец. Сними рубаху, я зашью. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец. Надо, надо. Ну, знаю я тебя. Ты их больше любишь. Они же твои жизни. А я кабармазон. Пропьют они добро мое. Промотаю. Кто тебя посадил на печь? Мать? Я сам. Леш? Я сам, я испугался. Весь вот сар. Псово. Когда эти дядя раздрались, видал? И дедушка шибко осерчал. Дедушку любишь? Не знаю. А я, окромя бабани, всех кошериных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? О, и ты не Коширин, ты Пешков. Другая кровь, другое племя. Ванька! Ладно, иди валяй, работать надо. Работать, Мишка, надо. Отец придет, он тебе покажет. Во оконца не сшито, лодай. Гляньте, лодыри, руки-то золотые. О. Дай покрасить. Я тебе покрашу. Котел спущу. Но. Яков устроил. Сам меня научил. Субботу выпарю. А дядя Михаила будешь пороть? Надо бы. Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну. Попробуй, тронь. Моя мать самая сильная. Ты чего хнычешь? Всего красть. Я знаю. А если скатерть покрасить, дедушка так выпарит за это, что вся шкура слезет. Не выпарит. Моя мать самая сильная. Он побоится ее. Не приняла. Вот здесь приняла. Зови бабань скорей. Надо от греха подальше. Ну и попадет тебе. А
Ах, ты пермяк, солены твои уши. Тут тебя приподняло, да шлепнуло. Уж ты, Ванюшка, не сказывай дедушке. А мне что? Глядите, он со шуткой не наябничал бы. Беру мыша. Ложу в банку. Тары-бары, раста-бары. Нет мыша. Нету. А ну покажь. Умный житель мышь. Ласковый. Его домовик хранит. Во как понимаешь. О. Эй, ладно. А я... Ага. Бабань, расскажи про домового. Расскажи, бабушка, Акулина Ивановна, расскажи. Расскажи, бабушка, бабушка, расскажи. Домовик, родовик, дому сторож. Старину-то люди, как из дому ехать на другое место, так и домовика с собой брали. А как это брали? А вот так. Закинут старый лапоть под печек, да и говорят. Домовик, родовик, вот тебе сани. Поезжай-ка с нами на новое место на иное счастье. Вот так сани. А как это он в таких санях поместится? Так уж говори, сам. Бабай, расскажи еще что-нибудь. Расскажи, бабай, расскажи, Леван, расскажите. А вот еще что. Сидит на подпечке старичок домовой. Занозил себе лапу лапшу. Лапшу. Качается, хныкает. Ой, мышеньки, больно. Ой, мыша-то не стерплю. Рад, учитель. Простите, Христа ради. Лысику прощу. Ну-ка, снимай штаны там. Простите, Христа ради. 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 Алексей, иди ближе. Ну, кому говорю? Простите, Христа ради. Вот, гляди, как секут. Не больно, а вот так, нет, это же наперсток. Я ведь сказал оправдание. Доносит оправдание, доносчику первый кнут. Вот тебе скатерть, вот тебе скатерть, вот тебе скатерть. Прости, не дам, не дам, не дам. Ну ты, подай. Ай!
Приятель! Папаша! Убью! Папаша, не надо! Папаша, не надо! Папаша! Ты по что не отняла его, а? Испугалась. Я такая здоровенная. Я старуха, и то не боюсь. Стыди. Вот станьте, мамаша, тошно мне. Не любишь ты его. Не жаль тебе, сироты. Я сама на всю жизнь сирота. Если бы не Алексей, все равно ушла бы я. Уехала бы. Не могу я жить. В аду этом. Сил нет, мамаша. Пусть братья берут все. Не нужно мне ничего. Уеду. Кровь ты моя. Сердце мое. Иди. Иди. Коли тебя там лучше будет. А я при Алексее останусь. Буду ему. И бабка, и мать. Ну что, твоя мать самая сильная, да? Стой, сударь. Ты ответь, не сердись. Ну? Вот видишь, я тебе гостинцы принес. Я тебя тогда перед тобой оборот. Разгорячился очень. Кусил ты меня. Царапал. Ну и я тоже-то рассердился. Но, однако, не беда, что ты лишнего перетерпел. Зачет пойдет. Меня, думаешь, не били, Алеша? Били. И как били? Вот ты пароходом прибыл. Пар тебе вез. А я в молодости сам, своей силой, сопротив Волги баржи тянул. Ржа по воде, а я кубишку, босс. По острому камню. А колит солнышко затылок-то. А ты согнувшись-то в три погибели, косточки-то скрипят. Идешь, да идешь, и пути не видать. Глаза-то потом залила, а душа плачется, а слезы-то катятся. Идешь, идешь, матушка ты, Бога, Василий Васильевич, а? Где вы есть? Заказчик. Вдоль да по улицам метелица метет, за метелицей ему не миленько идет. Ты постой, постой, красавица моя. Дозволь наглядеться радость на тебя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда. Попел бы лет 10, а там хоть бы что. А что это на руке у тебя? Да еще хуже было. Зажило много. От чего это? Как вошел дед в ярость, вижу, запорит он тебя. Так стал я друг подставлять. Ждал перелом, спрут, дедушка за другим отойдет. А тебе и утащит бабаня или мать. Ну, прут не переломился. Гибок, моченой. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Во!
Так стало жалко мне тебя. Чую, беда, а он хлещет лук. Хлещет, понимаешь? Ваня, я очень люблю тебя. Так я ж тебя тоже люблю. Зато и боль принял. За любовь. А ли стал бы я за кого другого? Фу, наплевать. А тебя поди-ка часто драть будут. За что? А вот дедушка упрям, и ты упрям. Вот уж он и сыщет за что. Тебя когда в другое течь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больнее, ежели тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было. И зеленый же, и не надувайся. Во. Кричи! Ори, благим матом. Это помни, это хорошо. Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, брат, из кожи хоть сапоги шею, ок, понимаешь? А говорит, постой, постой, красавица моя, эх, да звали глядеться, радость от тебя. Хочет крест ставить. Дядя твой жену насмерть забил, замучил. А теперь его совесть дергает. Крест ей по обещанию на могилу ставит. Как же он забил? А так, бьет, когда люди не видят. Она не сдюжила, умерла. А зачем он бил? Зачем? А он поди сам не знает. Коширин и брат хорошего не любит. Мне все надо знать. Ты гляди, а то пропадешь. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца-то твоего утопить хотели. Она все скажет. Она неправда не любит. Мне дядь Григорий все сказывал. Ты его не боишься? Нет. Ты его не бойся. Он добрый. А ты постой, постой, красавица моя. Эх, как бы голос нехороший. Ушел бы я отсюда. Песни я жёг бы я народ. Ванька! Ванька! А? Где входил? Заказом. Становись под комер. Держи. Ну, давай, давай. Заносись. Так. Ваня. Ну. Не стюжишь, Ваня, а? Тяжело будто. Стыдись, Ванька. Мало бы шиже тебе. Открывай ворота, слепой черт. Чего, Лех, ничего. Пойдешь, Михайло? Ваня! Пшел! Ваня! Не щенок! Пришивая дура! Чего, дядь Григорий? Дюжу! Пошли. Дядя Григорий, почему у тебя темные очки? Кого, милый, что глаза мои свет не переносят. Лишь какой пар идучий. Глаза ест. А давно тебе пар глаза ест? 37 лет, милый. 37 лет на дедушку работы. Всю мою силу он съел. Теперь вот ослепну скоро совсем.
Он ранищий пойду. Как ослепнешь, я с тобой пойду. Буду водить тебя. Ладно? Вот и ладно. И пойдем. А я буду в городе оглашать. Вот это Василий Каширин, цехового старшины внук. Дядя Григорий, почему дедушка такой сердитый? Потому что дела прям все хуже идут. Не понимаю, что к чему говорится, к чему делается. А надо тебе все понимать. Отец твой Максим Саватеевич козырь был. Он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал. Житье твое сиротское трудное. Не поддавайся никому. Смотри всем прямо в глаза. Собака на тебя бросится. Ей тоже. Вот станет. Стой-ка. Споткнулся он, его и придавило, и нас бы с Мишкой покалечило, да мы вовремя крест-то сбросили. Вы его и задавили. Ну-ну. А дядя Михаил в церковь погнал за отцом на лошади. Хорошо, что не сам-то я под кумель встал, а то бы и меня. О. Голубчик ты мой, ястребенок успешный. Он окаянный. Душа была Иванка. Ранней весной, в дождливую ночь, нашла я Иванку у ворот дома на лавке. Подкинули, лежит в запон обернут. А зачем его подкинули? Бедность, Алеша, такая бедность, что и говорить нельзя. Дедушка хотел Ванюшку в полицию нести, да я отговорила. Очень обрадовалась я, Иван. Уж очень я люблю вас, маленьких. Ну, и взяли. Я его вначале жуком звала. Совсем жук. Ползет,
и ужит на всю горницу. Да вот дядя извели. Бабушка, а почему дядя злые? Они просто глупые. Мишка-то хитер, да глуп. А Яков так себе блажен муж. Ну, пойдем, голубая душа, пойдем, пойдем. Михаил Васильевич, за реку едешь? А? За реку, говорю. Господи, Варваре-то улыбнулся в радостью какой. Сыновья-то как ссорятся. Михаил-то старшой, ему бы в городе надо остаться. За реку ему ехать, то видно. Ты сам знаешь, всякому хочется, что получше. А отец, он Якова больше любит. А лето хорошо, Господи, не равно-то детей любить. Ну, прям старик. Ты вразуми его, Господи, как надо на детей-то поделить. За реку не поеду. И вспомни, Господи, Григория, глаза все хуже. Ослепнет, померу пойдет. Хорошо. Он всю свою силу на дедушку истратил. А дедушка разве помог? Ведь не спишь, разбойник, не спишь, голубая душа. О, так ты над бабушкой, старухой, шутки шутить затеял. Старец Тенцит съел комара. Ну, спи, спи, голубая душа. Ну, что еще? Вот Алексей не дается деду. Все поперек слова норовит сказать. А как ему жить, сироте? Ну, мать, посетил нас Господь, гори! Мишка все! Мишка! Все! Да ну, я не... Дьявол! Держи!
мальчиком. Ох ты, мальчонок! Где ты, Григорий? А, Алексей Максимович. Ну, вот и все. Не видать ничего. Алексей Максимович, Алексей Максимович, Алексей Максимович. Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. 37 лет отработал тебе отец. Нельзя. Он совсем ослеп. Ладно, не то его ума дело. Вот детей теперь делить буду. И делить-то нечего. Совсем погорели. Легче тебе будет, отец. Михайло, значит, за реку. Яков здесь останется. А мы с тобой на новом месте. Эх, и мы! Якову собакою, вот бы Яков с утра до ночи, ой, скучно мне, ой, грустно мне. А, поварили? А ты думал, Яшке все, давай-ки щенкую. Врешь. Ой. А, Лешка. Дурак. Ой, это время. Домовик, родовик, вот тебе сами, поезжай-ка с нами на новое место, на его счастье, родовик мой. Отец, отец, погляди. Ты куда же ими тут? Фу! Ну, океаны! Вот видишь фигуру? Это ас. Ну говори, ас. Ас. Буки. Буки.
Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Это что? Бурки. Опал. А это? Веди. Верно. А это? Земля. Опал. Это что? Ас. Ас. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Добро. Добро. Веди. Веди. Добро. Земля. Мать, ты гляди, как взялся, да? Веди. Ох ты, лихорадка стокholmская. Ты чего орешь, а? А вы чего кричите? Я кричу, потому что я больной. А ты чего? Да будет вам надрываться-то. Пошел гуляй. Ты чего делаешь? Ты откуда? Здесь не внук. А, Коширин. Не Коширин, а Пешков. Пешков? Пешков. А, хорошее дело. Ну, залезай сюда. Только сиди смирно. Что, брат, скверно пахнет? Да. Это, брат, хорошо. Если скверно пахнет, то нехорошо. Ой, это, брат, не всегда так, однако. Ты в бабки играешь? Вкусный? Да. Играю. Хочешь, я тебе налиток сделаю? Хочу. Хорошая дитька будет? Да. Ну, да. Вот ты мне приноси налиток, я тебе битку сделаю. А ты за это ко мне больше не ходи. Хорошо? Убьете. Ребят, это Коширина внук. Вы, я не Коширин, я Пешков. Нет Коширин. Нет Пешков. Нет Коширин. Нет Пешков. Нет Коширин. Нет Пешков. Побили? А банку нашел? Ну, на! Ну, не сердись! Давай с нами дружить, а? Thank you.
Дай. Почему им всем человечье прозвище даешь? Ну, а если они на людей похожи? Прям ужас как похож. У нас во дворе чиновница живет. Целый день зудит, жужжит, всех ругает, ну, прямо муха. Или же хозяин. Ну, совсем как таракан. Важный, надутый. Откуда ты их берешь? Сам ловишь? Которых сам ловлю, а которых ребят приносят. Тут ко мне ребята приходят. Жалеют они меня. Вот бабочков и мотыльков нету только у меня. Но эти в чистом поле бывают. А мне разве дадут? Слушай, ты чисто поле видел? Видел. Хорошо там? Хорошо. Вот попасть бы мне в чисто поле. А то умру и никогда не увижу. Слушай, это Бог сделал чисто поле? Должно быть. А Бога-то где делает? В богадельне? Наверное. Слушай, а если таракана все вскормить да вскормить, так он вырастет, слушай? Если хорошо кормить, вырастет. Мышь, мышцу уж совсем можно раскормить до лошади, верно? А что ж можно? Вот достать бы мышь, раскормить бы ее с лошадь, напречь в тележку и выехать бы в чисто поле. Я бы взял туда зверинницу и всех выпустил. Гуляй, домашняя! Чу, музыка пришла. Подними-ка скорее меня. Убью тебя!
На, бери. Бери. Раскормись, лошадь. Уходишь? Я опять тебе приду. Не обманешь? Нет. Ты давай дружить со мной, ладно? Ладно. Да, а где ты мышь-то хранить будешь? Да вон, в ванной. Меч его давно пыль рассыпался, кованы доспехи села ржавчина, добрая одежда поисклела вся, зиму и лето гол стоит Иван. Сам-то он не в силе с места двинуться, ни руки поднять, ни слова сказать. Это, вишь, ему наказание дано, злого приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Знаете, это удивительно. Это записать надо, непременно. Это такое наше, знаете, вот это самое. Запишите, что ж, греха в этом нету. Я еще много знаю такого. Именно это. Это такое наше, народное. Нельзя жить чужой. Ты за мной? Нет. А что? Так. А? Ну, садись. Будем сидеть и молчать. Ладно? Ладно. Вот, смотри. Хорошая у тебя бабушка. Ему в наказание дано, злого приказу не слушался, но чужую совесть не прятался. Напомни, брат, хоть. Писать ты умеешь? Только читать. Научись, а научишься, записывай все, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годит. Делаешь? Одну штуку, брат. Какую? Ну-ка, давай учи, помолчим. Thank you.
знаю. Зачем? А разве не знаешь, мать приезжает. Комната для твоей матери нужна. Кто это сказал? Дедушка. Врет он. Для матери есть другая комната. Врет он. Но не сердись. Я все равно и теперь без этого уехал бы. Да. Ты помнишь, я сказал тебе, чтобы ты не приходил ко мне, а? Помню. Ты что, обиделся на меня, да? Да. Но я, брат, не хотел тебя обидеть. Я знал, что если ты подружишься со мной, так твои будут ругать тебя, да и меня тоже. Понял? Это я давно понял. А, ну вот тот вот и есть, вот это, брат, оно самое. А чего тебя не любит никто? Чужой, понимаешь ли. Вот это самое, не такой. А ты не сердись. Ты помнишь, что бабушка говорила? За чужую совесть не прятаться. Всякую вещь надо уметь взять. Это очень трудно. Уметь взять, как и жизнь. Понял? Не ищими подохнем, не ищими. Эка беда, не ищими, ну и не ищими. Ты знай, сиди себе дома, а померу, то я пойду. Мне подадут, не бойся, сыты будем, ты брось-ка все. Эх, дура, блаженная ты дура. Последний ты мне человек. Ничего-то тебе, дури, не жалко. Ничего-то ты не понимаешь. А ты его вспомнила. А мы с тобой не работали. А не грешили ради детей. А дети-то, Мишка с Яшкой, мотают, пропивают мое добро. А что ты потакал им, Татья? Попалкин-то! Не смей бить! Не смей! Не смей! Не смей бить! Кто у тебя здесь жил? Как его это? Химик? Куда уехал? Здесь? Как, когда? Дай бог памяти. Неужто? Господи, помилуй. Пойдем. Подбери подушки-то. Надумал тоже подушками швыряться. Больно тебе? Ничего. Завтра буду баню топить. Вымоюсь. Пройдет. Лицо-то не избито у меня, нет? Бабань, ты чего так терпишь? Разве он сильнее тебя? Не сильнее, а старше. Кроме того, муж не наказан терпеть. А я не буду терпеть. Да что ты говоришь-то? Отсохнет твой язык. Вот услышит дед твои слова. Ну и пускай. Вот приедет мать, я ему тогда покажу. Ты вот что, голубая душа.
Ты не сказывай матери-то, что он бил меня. Не скажешь? Нет. Ну и ладно. Стало быть, все шито-крыто. Ой, ух, подбери к себе. Мать! Постояльц-то против царя бунтовщик! Господи, Господи! Вот и не уходите-то, Боже, из балетки ты милости в цикире ковыри-то, Варвара Великому! Кто позволил взять святцы? Убьем! Что это, папаша? Опомнитесь! Убили! И дочь тоже! Снимайте меня! Как вам не стыдно? Ну что вы притворяетесь? Ну наклею я вам эти куски на коленкор. Еще лучше будет, прочней. Сегодня же наклей. Я тебе сейчас коленкор принесу. Великому ученице Варвару. А его надо сечь. Алексей. Ты зачем же святцы-то скромзал? А я нарочно. Пускай бабушку не бьет. Да-да, пусть не бьет тебя, а то я ему еще бороду обстригу. Какой ты большущий. Как одеваю тебя. Остричь нужно. Да и учиться пора. Моя мать самая лучшая. Она никуда не уедет. Со мной будет. Я учиться буду. Во как. А я вчера ночью опять пришла пьяная. Сегодня утром говорю ей, что ты такая страшная пьяница. Она говорит, потерпи немножко, я уж скоро помру. А ты чего делать тогда будешь? Я учиться хочу. Схороню мать, пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтоб взяли меня учиться. Я тебе учить буду. И я. А мне охота голубей завести. Как завьется белой турмой в синее небо, да пойдет кругами ходить. Хорошо ли? Да, ну хорошо. Словно сокол. А у меня нет ни отца, ни мамки. Завез меня дядька сюда, да утонулся. А ты из какого города? Да он забыл, как город называется. Забыл. А в какой стране-то? На Каме. На Каме? Город на Каме. Где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Вот так город. Где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Да что ты? Разве на товарища? Сердится? Не возьмем руку.
А в гости. Отец тебе новый приехал. Быть бы якову собакою, обвил бы якова с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Кто это? Это еще тебе бабушка. Ой, скучно мне. Вот и отец тебе. А я тебе краски подарю. Ой, грустно мне. Не надо мне вас. Чего ты злишься? Если бы ты знал, какое это горе для меня. Мам, я больше не буду так делать. Только не плачь. Не нужно озорничать. Не нужно. Вот я выйду замуж. И мы поедем в Москву. Потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Станешь учиться в гимназии. Потом станешь студентом. Доктором, может быть. Ученый, может быть, чем хочет. Чем только хочет. Мам! Другой нищий портян. Я сам буду кормить тебя. Сам буду работать. Только не уезжай. Ой, скучно мне. Ой, грустно мне. Достаточно. Скажи его, чтоб слушался меня. Слушайся, дедушка. То-то. Судьба тебе со мной жить. Вот так и станешь ты об меня чиркать, как спичка об кирпич. Дом-то я ведь продал.
и этим все. Съезжать надо. Вот, это твое, и больше ничего от меня не спрашивай. О. Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье поезжай. Я тебе повезу, еретица! Я тебе повезу! Собрали, а? Плохо сегодня собирается. Нам с бабани на двоих пятак на день надо. 2 фунта хлеба надо? Надо. 4 копейки. Сахар на копейку надо? Надо. Вот и пятак. Ребята! Я Лёньке третье колесо нашел! Пошли ветошь продавать. Меньше моего. Мой крупней, наваристей. Значит, я должен положить меньше. Как тебе не стыдно, дедушка? И твое дело вам? Убиваете меня! Только стены объедаете! Эх, вы! А ты полна. Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит. И пускай дурит. Кого горе? Копеек 6 потянет. Это Леньке. Эх вы! На, баба, возьми. Вот спасибо, голуба душа, спасибо.
Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. Пойди-ка ты в люди. Нечего сидеть! Нечего! Я уйду, бабаня. Уйду! Возьми, родимый. А? Ты какой большой стал, здоровый, а? Что, тетя? А? Читаешь? Да. А, ну, читай, читай. И думай. Ну, а как твои-то? Дедушка? Дедушка, как дядя Григорий, собирает. Ага. Ну, а бабушка, помнишь, бабушкин-то бывальщину? Слово приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. За что вы? Когда-нибудь узнаешь. Ну, прощай, брат. Свидимся мы еще с тобой, брат. Прощай. Давай, давай! Один, пока не меньше, а ты уже не пьешь, устала.
милая, подайте немножко. Подайте хлебенькому христианину. Эх вы, прошу вас, подайте. Эх вы, подайте хлебенька кусок. Подайте, господа мои добрые, подайте пирожка. Василий Васильевич, а? Прими. Ну, объяли меня до костей. Эх, вы! Пожертвуйте на храм Божий. На неугасимую лампу. Thank you.
их едут. Все наши в лодке-то. Вот, мать, я тебе скатерть купил. Стели для праздника. Вот, учитесь. Кто я был? Сирота, нищий матери сын. Лаптях пришел в Нижний. А вот дошел до своего места. Старшиной цеховым был. Начальник людям. И в доме добытчик. А вы что? Эх, вы! Ванька, работник ты, золотые руки дуйте горой. Выделит меня отец, иди в мою красильню. Никак, Яков Васильевич. Будь. Василий Васильевич, сказали, откройте еще красильник, с ними останутся. Ограбит меня отец. Ваньке все. Молчать. А, Ванька с тобой останется. А нас когда выделит? А я нас выделит. Давай наши деньги. Скатерти покупай. Ваньке приданы хочешь отдать? Да. А наши? А наша. Молчать! Никому не дам! Я добытчик, и все мое! А я что, не сын? Карус! Я что, не сын? Я полностью яс! Молчай! Отдай им, отец, о, все легче ну, тебе будет! Ну, чиз, потанчица! Я что, не сын? А я чужой, да? Кто такой? Кто такой? Сегодня дели! Ваньки все! А сынку ее! А мне? А мне? Чего тебе? А я не сын его. А кто ты жой? Сон жой. Кто ты жой? Ух ты, волк. Нет, я. Сын ты жой. Сын ты жой. Дай его. Меня заебают. Где? Я тебе все, а? Ты! Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару тебя Алексея изведут чего доброго. Полно, отец, сними-ка рубаху, я зашью. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо, надо. Ну, знаю я тебя, ты их больше любишь, а Мишка твои жуют. А я кабармазон, пропьют они добро мое, промотаю. Кто тебя посадил на печь? Мать? Я сам. Леш? Я сам, я испугался. И? Весь вот царь. Пошел вон.
приданым взять себя. Вот дай новую! Ну. Когда эти дядя раздрались, видал? И дедушка шибко осерчал. Дедушку любишь? Не знаю. А я, окромя бабани, всех кошериных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? О, и ты не Каширин, ты Пешков. Другая кровь, другое племя. Ванька! Ладно, иди валяй, работать надо. Работать, Мишка, надо. Отец придет, он тебе покажет. Сволок он, сани шито, лодай. Гляньте, лодыри, руки-то золотые. О. Дай покрасить. Я тебе покрашу. Котел пущу. Но. 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 Сударь Григорий Иванович, ты где ж мне плясать-то? Так людей смеши. Мама, спляши. Спляши ты, мама. Спляши, бабань, спляши, бабань. Спляши, бабань. А ну, смейтесь себе на здоровье. Ну-ка, Яша, перетряхни-ка музыку-то. Thank you.
вы, а мать. Здорова ли мать? Где Алексей там? О, школы-то отцовы. Лезайте в лодку. Здравствуйте, Карина Ивановна, здравствуйте. Это дядя Яков. С буйником собакою, мама. Дядя Михаил. А. Мастер Григорий. Вот са, вот са. А это братья твои оба, Саша и тетка Наталья. Цыганок под мастерье. Сыновья-то как? Все делят, не поделят. Эх, дети, дети. Все наше племя. Во, сколько. Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. За печкою сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Да будет тебе, Яша, сердце надрывать.